Всем привет, это Hi-Fi Stereo Org. Краткое видео демонстрации наличия работоспособности сабвуфера IKEF PSV4000. Вот такой вот у нас сабвуфер. Он на бачку лежит, чтобы легче было демонстрировать. Вот. Разбито верхнее стекло, но это ерунда, мелочь. Из-за этого он и выставлен за 3 копейки. Вот такой пультик у нас от сабвуфера. Все управляется вручную, вот, но есть еще и пультик. Вот, вывели из режима стендбай, сабвуфер заработал, сейчас подключен источник, стандартный выход. Вот, к примеру, кнопку громкость добавляю. Так, там песня закончилась, по-моему. Вот следующая песня пошла. Вот громкость добавляю. На дисплее отображаются светодиодики. Вот больше, меньше. Ну и громкость, соответственно, прибывает. По видео с телефона, конечно, ничего не видно. Но амплитуду динамика покажу. Вот. В том числе, помимо громкости, фаза регулируется. Сейчас попробую показать. И вот эти вот все движочки ползают. Так, я ее нажимаю вниз. Вот частота. Частоту поставил на максимум, стало слышно, звук посильнее какой-то пошел. Но сабвуфер всегда эксплуатирую, ну, то есть раньше, точнее, когда эксплуатировал, предпочитал всегда на минимальную частоту ставить, чтобы его вообще не слышно было. Смотрите, фаза, то есть вот я вот таким рукой держу на этот самый, на заднюю сторону. Кстати, надо попробовать, нет ли датчика. Тут сзади есть датчик, так что не буду париться. Вот, потому что сабвуфер же может стоять любой стороной к точке прослушивания, и от этого может зависеть качество баса. Поэтому на многих сабвуферах, конечно, если с пультом, датчик сзади тоже делается. Приемник пультовой. Вот. То есть регулировка фазы. Тоже вот, пожалуйста, нажимаю, фаза крутится. Вот это вот крайняя. Плавная регулировка фазы. Вот. Ну, поставлю ее на 0. Вот. А вот громкость. Еще раз покажу уже с этой стороны. Вот добавляю громкость. И он тут прямо все закладывает, все прямо рвет. Балансные входы есть. Ну, то есть сабвуфер очень и очень крутой. Был в свое время. Ну и сейчас он свою функцию не утратил. Просто он уже старенький. Разбито стекло, но все функционально, все работает отлично. Динамик в отличном полностью состоянии. Делаю погромче. Вот на динамик смотрим прямо. Амплитуду видно. А сейчас покажу сбоку. Вот тут прямо как все рвет. Это громкость на 70% стоит. Вот так побольше. Все сделаю потише, потому что тут нереальные просто какие-то. Реальной мощности амплитуды пошли. Вот. Дырка, как положено, пердит во все. Не знаю, будет ли слышно мою речь. Все делаю потише. В общем, сабвуфер полностью рабочий, очень мощный, дорогой, очень качественный. Но разбито стеклышко, но это учтено в цене. Ножки с фиксаторами, контргайками. Вот ножка около 2 кг весит. Одна только ножка. Подпятники штатные. Подножки. Вот таким вот образом, чтобы это все было. То есть сабвуфер крутой.
Это отделка натуральный шпон. Но это уровня монитор аудио Gold 12. Такого уровня сабвуфер. Вот. В общем, кому интересно, пожалуйста, приобретайте. Естественно, никаких пересылок. Я тут с этой громадиной 38 килограмм. За эти 3 копейки возиться, конечно же, никакого интереса нет. Вот, с пультиком. Пультик рабочий, сабвуфер рабочий. Все отлично. Ну, только стеклышко. Ну, стеклышко тоже, мы все понимаем, это полная ерунда. Можно запариться, вырезать новое стеклышко, аккуратненько все вычистить, вклеить. А можно просто пройти шпакли и сверху пленку поклеить и не париться. Вот так вот. Такой вот сабвуфер. Мощнейший. Динамик в идеале. Вот. Громадина, очень мощный, очень качественный, отлично работает. Вот, кому интересно, пожалуйста, приобретайте. Все, за внимание спасибо. До свидания.